Друзья, перед началом нашего интервью небольшое рекламное отступление. Спасибо огромное нашим друзьям из марафона. Марафон – это лучшие коэффициенты на спорт, в особенности ММА. Это турниры RCC, ACA, UFC, M1 и Fight Nights. Обязательно приходите по ссылочке внизу, делайте ваши ставки, если, конечно, вы их делаете. Поехали! Через ручку все. Дергай. Левый сбоку, левая ножка. Вот. Хорошо, левая. Нет. Правую готовит, левая ждет ее. Вот. Зайдет правая туда, зайдет через ручку, через левую, подготовь, правая зайдет. Хорошо. Подготовь. Вот джеби проверь тоже. Стоять! Не рубись! Не рубись! Держи дистанцию! Центр, займи плотно. Не надо, да не надо вертушки эти! Живот, посбей чуть дыхание ручками. Ручками живот, посбей дыхание. Хорошо, меньше, все. Также советуем вам посмотреть на нашем канале интервью Ильяса Хамзина сразу же после окончания этого боя. И совсем скоро на нашем канале появится эксклюзивное интервью Петра Яна, доступное только для наших подписчиков, в котором мы обсуждаем политику, следующий бой и много всего интересного. Пару слов скажи о том, ты себя когда-нибудь видишь в политике и будешь тоже куда-нибудь баллотироваться или какие-то предлагать законопроекты? Режим хищника, короче, включился. Друзья, еще больше интервью с лучшими российскими бойцами можно найти на нашем канале. Кроме того, вас каждый день там ждут новости, топы, обзоры, репортажи с турниров, инсайды и еще много чего интересного. Также не забудьте подписаться на наш новый новостной канал MMA Life. Там каждый день выходят новости и много уникального контента. А если вам нравится то, что мы делаем, будем рады донату на новый микрофон. Мы так на него и не собрали, но верим в вашу поддержку. Удачи!